модель, которая у нас сделала Гафре, теперь хочет иметь прямые волосы гладкие. Для этого мы используем утюжок. Индикатор уже зеленый вместо красного, значит, мы можем работать. Мы покажем, как это делается. Тоже этот процесс довольно легко проходит. Даже навыков особенных не требует. Зажимаем прядь и протягиваем. Следующую. Зажимаем и протягиваем. Волосы у нас уже были обработаны средством для предохранения от ожогов. Поэтому мы не боимся и спокойно работаем. Чем тоньше прядь, тем ровнее утюжок ее выпрямит. Слишком долго не держите. Даже с предохранителем можно перестараться и сжечь волосы. Ну, здесь и по низу тоже. Можно кончик придавить, чтобы плотнее было прижато к волосам. Кусочек один небольшой. Смотрите аккуратнее к голове, чтобы не сжечь. Особенно если сами себе будете выпрямлять волосы. Таким образом наша гофре превращается в прямые гладкие волосы. Здесь немножечко волосы торчат, чтобы этого не было. Если хотите добиться очень гладких волос, нужно обработать воском.